Для всех тех, кто предпочитает смотреть видео на YouTube, чем лезть в инструкцию, решил записать видео, как снять ножи на вот таком вот измельчителе веток. Так что смотрим. Вообще-то не самая тривиальная задача. Ну, в общем, ясное дело, откручивается верхняя панель, снимается. И здесь мы видим нож, который зафиксирован на этом диске. Для того, чтобы снять нож, нужно воспользоваться отверткой и вот таким шестигранным ключом, который идет в комплекте с этим измельчителем. Вообще-то этот ключ должен храниться в этом месте, но он у меня в отдельности. Итак, для того, чтобы открутить вот этот болт, нужно зафиксировать этот диск. Для того, чтобы его зафиксировать, нужно прокрутить диск до того положения, когда вот эти линии как бы соответствуют положению ножа. Здесь как бы все нарисовано. Здесь так, сейчас резкость немножко настроим. Итак, для того, чтобы этот диск зафиксировался, а он крутится, невозможно открутить, нужно воспользоваться вот этим отверстием и сюда вставить отвертку. Так, отвертка. Отвертка находится у меня здесь. Так, откручиваем, вставляем. Все, зафиксирован. И теперь можно уже откручивать. Как мы видим, ножи у меня очень сильно пострадали. В последний раз туда попал, не знаю, то ли кусочек камешка, который у меня очень долго там крутился. Так. И он мне, в общем, ножи переломал. Нужно было бы мне ветки, которые я нарезал очень тщательно, или просматривать, что я кидаю, я как бы пучком взял и закинул. И закинул все. И он мне потупил ножи. Ну, сейчас попробую снять, натащить. Можно, кстати, и перевернуть это ножи. Они, как мы видим, двухсторонние. У них заводская лазерная заточка с двух сторон. Можно его открутить, перевернуть и вставить. Но я попробую сперва заточить. Получится у меня это из этого или нет. Еще сам пока не знаю. А, и важно. Наверное, с этого надо было начинать. Прибор должен быть обесточен обязательно. Иначе мало ли чего, пальчиков не досчитать. Все, всем спасибо за снятие видео до конца. В общем, откручивается этот болт с шайбой. Так, уберу его в сторону. И теперь можно нож извлечь. Я убираю отвертку, чтобы слегка провернуть диск. И теперь, если его так приподнять, так, что-то не получается. Сейчас посмотрим. Или в этом же положении надо. А, в этом же положении, в таком, наискосок. Ну вот, я извлек нож с двусторонней заточкой. Все, вот теперь всем спасибо за внимание.